одним из наиболее эффективных способов ухода с линии прицеливания является способ ухода с линии огня противника способом маятника. Сущность его заключается в следующем. При столкновении неожиданном с противником, когда у него оружие не готово к стрельбе, опущено вниз, так как у меня в настоящее время, стрелок должен быстро среагировать на угрозу оружия противником и заставить противника действовать так, как стрелок сочтет нужным в данном случае. Стрелок должен сделать резкий ложный выход вправо. Тем самым он провоцирует противника своим действием на поднятие оружия цель. То есть в данном случае в меня. Но он будет наводить именно в ту сторону свое оружие, куда я сделал ложный выпад. Стрелок, переключив движение, резко уходит вправо с выводом оружия в сторону, влево с выводом оружия в сторону противника и производством выстрела. Тем самым противник уже теряет контроль над ситуацией. Ее полностью контролирует в настоящее время, производя психологическое давление стрельбой на противника стрелок. Следующее подтягивает правую ногу, становится в устойчивое положение и производит следующий выстрел. Вновь делает резкий выпад ложный влево и с уходом вправо производит следующий выстрел, подтягивая левую ногу, становится в устойчивое положение, производит еще один выстрел. И продолжается та же самая система. Влево, выстрел, подтянуть, выстрел, ложный выпад, вправо, выстрел, подтянуть, выстрел, вправо, выстрел, подтянуть, выстрел. И так далее. В этом заключается суть уходов способом маятник. Сейчас мы продемонстрируем вам непосредственно этот уход способом маятника с помощью статиста, изображающего противника. И вы увидите его реакцию на ложные выпады, выполняемые мною.